рыбы. Вот теперь вот. Вот. Это мы перекресток Абая-Ташкентская. Ну, я думаю, друзья, эта трещина вам не помешает. Самое главное, а ниже она вот эта уже. Вот это вид перекрывает. Да. Я вот так чуть сбоку. Через центр проедемся, центр весит. Вот это мы по Абае едем. Ну, дороги хоть вроде бы и ровные, но все равно, друзья, волнообразные. Не совсем ровно. Где вы там живете, я не знаю, может, у вас лучше. Ну, у нас в Таразе вот так. Вот это украинская бывшая, сейчас Кунаева. Вот подъезжаем их, 30 лет Победы бывшие. Сейчас уже, честно говоря, и название не знаю. Атики-би. Все ж не запомнишь. Сейчас Атики-би. Все не запомнишь название. Вот там он дом книги был. Сейчас подъезжаем к обкому, сейчас там обновили. Памятник Джамбулу сюда переставили. Вот. Сами посмотрите. Вот этот, который на базаре был памятник, вот переставили. Там что-то, опять что-то там его красят, наверное, или что. Или ветром уже сдуло его. Отправляют. Это к дню города сделали эту всю перестановку. У нас сейчас новый Аким. Ага, и он взялся за обустройство. Вот площадь центральная. Вот театр, там, видите, памятник убрали этому Буржану Машулу. Его перенесли туда, в третий микрорайон, напротив. Вот площадь. Посмотрите. Вместо Владимира Ильича Ленина тут стоит другой какой-то батыр, какой-нибудь. Не помню название, честно. Трудно запоминается. Это вот то ли бывший коммунистический. Гостиница Джамбул, известный. Вот Джамбул гостиница. Отель. Тут все эти гости приезжают. За рубежа импортные все здесь. Гостиницу Тарас, говорят, убрали. Я имею в виду, поменяли. Там какое-то общежитие сделали. Тигур университет. Общежитие. Тигур университет общежитие. Ага. Ну, название убрали. Вот здесь новый тоже сделали. Комсомольский парк бывший. Все обустроили, тоже все по-новому. Вон, видите, сделали так. Как-нибудь я сюда съезжу, специально сниму. Сейчас ничего на дороге не видать. Ничего. Ну, вот у нас тут сейчас пик. Это вот здесь Чихан Валиханова быстро здесь. То ли би памятник поставили. Вот технологический институт был, сейчас университет торгов. Технологический факультет. Вот подъезжаем к этой 50 октября. А сейчас она колбасовку и льды. Вон здание гидроинститута бывшего. Там сейчас тоже какой-то колледж. Пединститут. Главный корпус. А, вот этот пединститут сейчас стал. Главный корпус пединститута. Раньше был гидромедитивно-строительный. Вот там тоже эти общежития были. Гидромедитивно-строительный институт. Но там сейчас тоже какие-то заведения учебные. Наверное, эти тоже педагогического, да? Направления. Вот здесь вот
это горбольница. Сейчас тут диагностический центр, ее перенесли. 13 микрорайон или куда-то. А, не на химпоселок. Это мы сейчас проехали под переходным мостом, который над дорогой. Обычно переходы под землей, а это решили сделать над. Интересно, люди там переходят или нет? Или так же бегают? Лень подниматься туда. Неохота. Здесь переходят много. Вот главпочтамт. Вот она. Трудовая, сейчас проспект Жамбыла. Это химико-технологический техникум был сейчас. А сейчас тут тоже какой-то колледж политехнический. Технический. Вот храм православный. Ну здесь вот так и осталось, да, здесь вот эти? Нет, это сейчас как школа для отдаленных, как бы. А, где... школу сделали для отдаленных. А раньше был спецшкола. Спецшкола была. А это сейчас вот новые мечеть. Значит, на этом месте поляна была. Балосагон какой-то сделали. Балосагон сделали, он дворцом действительно сделали. Перестроили, видите, его реконструировали. Областык стал филармонией. Вот здесь, конечно, рестораны тут по праву, по левую сторону. Целые дворцы тоже. Ну, еще раз повторяю, тут трещина на стекло лобовом. Думаю, что вас она не смущает. Это вот этот был, как его... Сосновый тут какой-то этот бизнес-центр. Бизнес-центр. А там мы хромзавод проезжали. Сразу в голову не пришло на память. Бывший хромзавод. Вот эти девятиэтажки. Три богатыря. Здесь президентский парк сразу за этими. Парк первого президента. А справа это 12 микрорайон. Вот парк президента первого. А вот это вот 12 микрорайон. Это раньше все относилось к химпоселку, а сейчас вот видите, сколько многоэтажек, сколько построили там. Дорога на микрорайоны туда идем, да, налево. А мы держим путь в детскую городскую больницу, 13 микрорайон. Вот мост этот. Разъездной узел, развязка здесь. То ли туда дальше идет вправо. Здесь мы подъезжаем к 11 микрорайону. Здесь пятиэтажки в советское время построены. Цельнолитые были, бетоном заливали. Не плиты, а вот целиком заливали. Мы видим с вами как-то здесь. А с правой стороны здесь, значит, пустыри были, здесь все вот это торговые центры здесь разноплановые. Тут вон Смайл, супермаркеты все.
Ну и тут вот в конце тоже, вон-то девятиэтажка. Последняя девятиэтажка. Ее потом достраивали. Там была башня, была водяная, сейчас ее куда-то дели. Ее ликвидировали. Да. Это зеленый ковер там, с левой стороны. Еще раз прошу прощения за колебания. Дороги хоть и гладкие, но волнистые, поэтому у меня трясется камера. Вон здесь тоже гостиницу. Это подъезжаем вот к кладбищу. Таксиста можно ремень не одевать, да? Или у тебя этот дядя гаишник самый главный? Они наоборот не говорят. Пристегнешься, мы тебя будем штрафовать. За это я не пристегнусь. Вот здесь кладбище. Самые такие знакомые места. Вот с правой стороны тоже здесь все построили, а слева вот здесь этот дворец спорта Тарас Арена. А за ним там базар, новый базар, который вместо зеленого базара частично, потому что еще другой есть на бывшем мясокомбинате. Вот Тарас Арена. А здесь вот это, тут вот к 500-летию там ханство, казахского ханства построили вот эти 500 или 550? 550. Вот Атакент базар вот этот, видите, там надпись. Это вот вместо зеленого базара. А там вот дома, это 13-й микрорайон уже. А вот здесь вот этот... Здесь зимний сад, вот проехали. Там теплицы там. А вот тут вот видите, сколько больших дома какие тут строят. Это все частные, не поверите. Двух-трехэтажные. Сейчас мода. Простые не покупать. Вот это как раз Балалар. Это городская, да? Вот да, мы, да, тут, мы к ней едем. Детская городская. А ну вот как раз мы тут и подъезжаем. Вот она, место на Пушкина, которая была. Тут и областная, и городская где-то недалеко. Областная. Областная вон, рядом. Вон. Ага, вон там. А городская, это которая тоже была на этом. Отсюда за их меня. Тарас. Я даже не знаю, что с ней. Оттуда на это. Я первый раз здесь. Ну вот тогда тут уже закрыт. Мне только передать. Ага. Здесь вот. Вот здесь тут, вот видите, это все 13-й микрорайон. Вот такая инфраструктура тут, видите, как. Это детская, да? Угу. Вот. Ехали. А куда идти? Вот туда идете, туда вот, заходите, и там. Подождешь, да? Да, да. Ну, вот это меня водитель вез. Возьмите. Как вас звать? Куаныш зовут. Куаныш, вот. Привет из Тараза всему миру. Так, я на время, временно пока это перерыв делаю.